При включении поворотника справа подсвечивается слепая зона справа. При включении поворотника влево подсвечивается слепая зона слева. Geely Colorey максимальной комплектации флагшип. Под капотом у нас трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил. Работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Разгон до сотни за 8,4 секунды. Тип привода передний. Сзади у нас установлена торсионная балка. Полузависимая подвеска. Вот так вот автомобиль выглядит в задней части. Оптика вокруг светодиодная. Пятая дверь без электропривода. Объем отделения около 330 литров. Под фальшполом у нас комплект инструментов. Под спиненной виброзащитой запасное колесо. На втором ряду сидений подлокотничек. Здесь у нас есть кнопки включения обогревов крайних сидений заднего ряда и USB разъем. Отделка сидений искусственной кожей. Кресло переднего пассажира регулируется механически. Перчаточный ящик с лифтом. Сейчас пройдем на рабочее место водителя и посмотрим, как там что устроено. Кресло водителя с электрорегулировками. Есть огромная панорамная крыша. Присядем. Вот такая вот у нас обзорность рабочего места водителя. Цифровой щиток приборов, который имеет три положения. Об этом мы поговорим. В центральной части подстаканнички. Подставка для телефона. Стояночный тормоз с электроприводом. Кнопка отключения паротроников. Кнопка включения ассистента помощи при парковке. Обзорность 360 градусов. Помощь при спусках. Режим спорт. Режим эко. При включении режима спорт цифровая приборная панель меняет рисунок. При режиме эко также изменяется рисунок. Еще раз нажимаем. И опять штатный режим. Сейчас посмотрим, как работает камера 360 градусов. Сейчас у нас показан вид спереди, вид сзади, вид сбоку справа, вид сбоку слева, 3D режим. Поворачиваем можем автомобильчик, посмотреть, выбрать любую нам нужную зону. Вид спереди слева, подсветка слепой зоны. Вид спереди справа, подсветка слепой зоны. Вид сзади справа, вид слева сзади. При включении поворотника справа подсвечивается слепая зона справа. При включении поворотника влево подсвечивается слепая зона слева. Как он такой автомобильчик, учитывая то, что он стоит 2 миллиона рублей? Пишите в комментариях. До новых встреч!